Добрый день, друзья! Приветствую вас на моем канале, и сегодня я вам расскажу, как ускорить ваш Windows на 80, а то и 90%. Итак, переходим в свойства компьютера, дополнительные параметры системы, параметры, и выбираем «Обеспечить наилучшее быстродействие». Ставим только галочки «Вывод эскизов», «Отображение содержимого» и «Отображение прозрачности прямоугольника». Далее переходим в параметры, конфиденциальность и убираем все галочки, которые здесь есть. Также рекомендую вам бесплатную игру Viking War of Clans. Погрузись в мир захватывающих приключений и великих завоеваний. Построй неприступную крепость в вечной мерзлоте, а также создай многочисленное войско, чтобы дать отпор вашему злейшему врагу. Переходи по ссылке в описании и регистрируйся. Также нам нужно открыть командную строку от имени администратора и прописать там следующие команды. Как вы видите, у меня ошибка, так как я уже это все делал. Следующая команда. Обязательно вводите их по очереди. И также все команды будут по ссылке в описании. Итак, следующий этап, друзья. В поиске пишем gpedit. И переходим в раздел «Редактор локальной групповой политики». Далее переходим в «Конфигурации компьютера», в «Админ шаблоны». Далее переходим в «Компоненты Windows». Далее нам нужно найти «Сборки и сбора данных», и далее в разделе «Разрешить телеметрию» нажимаем правой кнопкой и нажимаем «Отключить». Итак, еще для более лучшей производительности рекомендую найти в поисковике Regedit, также зайти под именем администратора, далее перейти по третьей вкладке HK Local Machine Software, далее Microsoft, и далее нужно найти вкладку Windows. Вот. После того, как вы нашли вкладку Windows, переходите по вкладке Current Version. Далее нужно найти вкладку Policies и далее Data Collection. Далее нажимаем правой кнопкой «Изменить» и изменяем значение на 0. Далее также нужно перейти на диск C Windows. Далее System32. Папка Drivers, Act, и нужно открыть файл Hosts в обычном блокноте. И также дописать вот эту информацию. Все также будет по ссылкам в описании. И далее сохранить. Далее также рекомендую почистить реестр с помощью программы Cleaner. Для этого нужно еще перейти в дополнительные настройки и сбросить до заводских. Далее нажимаете «Начать проверку» и ждете, пока программа найдет все ошибки на вашем компьютере. Далее нажимаете «Исправить», «Нет» и «Исправить отмеченные».
Также рекомендую перейти в панель управления и удалить ненужные программы, которыми вы не пользуетесь. И также последнее, что я рекомендую вам сделать, это перейти в ваш компьютер, выбрать диск, нажать «Свойства», «Сервис» и «Оптимизировать». Далее выбрать диск, на котором у вас есть программы, и также его оптимизировать. Также это даст небольшой прирост производительности вашего компьютера. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Всем пока!